Приветствую, друзья! На связи ПроСолдат, и сегодня о новостях. Расскажу о новых технологиях в мире вооружения и оснащения оружия. Армия США переходит на умные прицелы, и это не просто желание, а подписанные контракты. Новая оптика на перспективном оружии, об этом позже, будет от компании Vortex Optics. Модель прицелов XM-157. Всего их должны поставить 250 тысяч штук за 10 лет. Зная стоимость контракта 2,7 миллиарда долларов, можно посчитать стоимость одного прицела. Получается ни много ни мало 10 800 долларов или чуть больше 830 тысяч рублей. Что же такого умеет умный прицел, да еще и за такие деньги? Оптика с переменным приближением, встроенный лазерный дальномер, баллистический калькулятор, вычислитель. Кроме того, это не просто прицел. Правильно это назвать перспективной системой управления огня. И в дополнение к этой системе также идут датчики метеоданных, система лазерной подсветки цели и другие подсистемы. Как уже сказал ранее, прицелы будут использоваться на новом перспективном оружии, с которым американская армия должна определиться в 2022 году. Известно, что образцы, которые разрабатывают в рамках программы Next Generation Squad Weapon, используют патрон калибра 6,8 мм. Борются в этом соревновании два претендента, третий выбыл – RM-277 от Lone Star Future Weapons и Spear от Six Sea. Новые образцы придут на замену автоматам М4 и пулеметам М249. На этом все. Как думаете, что приоритетнее в военных конфликтах – совершенство новых технологий или дух? Пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а если материал был интересным, где нажать палец вверх, вы знаете.